Всем привет, дорогие друзья, из вечернего, из Кишхира. Мы идем на встречу с друзьями детства Айхана. Сейчас находимся на торговых улицах, но их не узнать вечером, потому что все уже закрывается. Холодно. Да. В общем, думали, что поедем к ним домой, но встречаемся в одном... Пойдем ужинать в один из ресторанов, и я буду кушать мое самое любимое блюдо локма. Поэтому присоединяйтесь к нам, будет интересно. Ну или не очень, в общем, вы сами решите, но присоединяйтесь к нам. Мы вышли на хамам Йоло. Они продают детскую одежду, белье. В общем, они знакомы 30 лет. 30 лет. Чуджукен? Они, в общем, играли детьми, футбол. Сбегали из дома, чтобы сходить на футбольные матчи. Сейчас мы вам покажем их магазинчик и познакомим вас с ними. Их зовут Али. Халиль. Он Эвчи? Севим. В общем, Халиль, Ве и Севим. В общем, магазин мы вам не покажем, они его уже закрывают. Вот так вот закрывают магазины в Турции. Продают они детскую одежду и нижнее белье. Сегодня кандиль. Последний вечер в Эскишехире. Кое-какие магазинчики открыты. Многие уже закрыты. Вот видите, улицы очень чистые, потому что продавцы перед тем, как закрыть магазины, все подметают. И потом закрывают магазины и уходят. И на следующее утро открывают уже заново свои магазинчики, и улицы чистые. Народ прогуливается. Мы приехали в один из самых известных ресторанов в Эскишхире, который называется Айтен Уста. Здесь есть вот такое вот искусственное озеро. Надеюсь, что и кормят здесь тоже вкусно. Потому что мы очень проголодались. Че, Кадик? Да. Да. В этом ресторане вот такое вот интересное меню. Есть всякие разные супы. Я взяла вот этот суп тутмач. Посмотрим, вкусный он или нет. Еще мы взяли смешанные блюда из мяса. И здесь есть баранина и говядина. В общем, выбор не очень большой, но это такие традиционные блюда в Эскишхире. Еще нам на стол принесли хлеб. Традиционный хлеб Эскишхира. Еще есть лук. Османлы шербет. Вот такие вот чипсы с соусом. Ювка. Халуч тушу. И соленые овощи. Огурец, морковь, помидоры. В общем, ждем сейчас основные блюда. Да. Мой суп. Айхан, сенинес, чорбади. Бамья, бакалым. У Айхана бамья, суп бамья. Вкусно? Очень. Пока мы ждем основное блюдо, я расскажу вам и покажу, как же выглядит ресторан. Посмотрите, какие вот здесь есть заготовленные сухие баклажаны, перец, в общем, для готовки. Очень много здесь
натуральной соли, гималайская соль. В общем, на входе продаются оливки, всякие разные вкусняшки. Даже есть розовый щербет. В общем, очень много всего вкусного. Что-то это такое. А, вот это вот так, вот эта сухая штука, которую мы, кстати, ели. Есть завтрак, стоит 34 лиры. Мороженое, консервированные всякие фрукты. Нет, овощи. Так, что у нас здесь? А, всякие разные виды чая. Интересно. Очень вкусно пахнет. Ада чай, мелисса. Ну, в общем, можете заказать здесь всякие разные чаи. И вот на такой вот плите делают чай. Вот вы видите печеньки. Зал выглядит вот таким вот образом. Ну, а мы сидим во втором зале. Еще здесь есть вот такие вот емкости. Интересно, что это? А, щербет, айран, лимонад, еще какой-то щербет. В общем, сода. Очень много всяких разных щербеток в таких вот интересных бутылочках. Всякие разные десерты. Какие-то старинные приборы столовые. Очень интересно, из чего они сделаны? Из железа и пластика. И вот здесь сидим мы. Наш стол. Айхан. Айхан болтает без остановки. Айхан, sen arkadaşla tanıtabilir misin? Tanıtabilirim. Evet. Halil benim çocukluk arkadaşım. 31 yıllık arkadaşım. 32 yıllık arkadaşım. Tamam. Sevim, Halil'in eşi. Yine onlar da çocukluk arkadaşı sevgilisi. Liseden beri. Tabii, lise yıllarından. Tabii, lise aşkı. Lise aşkı. Lise aşkı. Ha. 15-16 yaş o zamanlar. Kopilke. Kopil? Do you know Kopil? Çocuk? Malinki, malinki. Malinki. Tamam. Malinki. Bu da salatalık turşusu. Ne içiyorsun? Odun pazarı şerbeti. Osmanlı mutfağından odun pazarı şerbeti bu. Tarçınlıdır. Güzeldir. İçiyorum. Пришли основные блюда. O ne yemek? Tadına bakmak isterseniz buyurun. O ne yemek? Bu kuzu kavurma. Sen sevmiyorsun kuzu. Aa, baraniney. Bu bulgur pilavı. İçinde kaşar var. Aa, sır ve bulgur. А вот наше мясное блюдо. Так, сейчас попробуем это блюдо. Здесь мясо, кёфте, йогурт с спиде и еще есть говядина. Так, сейчас попробуем йогурт. Вкусно это или нет? Кстати, вот такой вот я не очень люблю. Но вкусно. Так, сейчас мясо попробуем. Вкусно. Но мясо я не очень люблю, кстати. Но вот это вот очень-очень вкусно. Был очень вкусный обед. Мы наелись, напились. Спасибо большое нашим друзьям из Эскишира. Кстати, Али, все время называю его Али. Айхан, его друг Халил, знакомый с детства, больше 30 лет, представляете, а его жена, они поженились. В общем, они влюбились друг в друга еще в школе, в общем, это старая дружба. В детстве играли в футбол, очень много всяких веселых историй рассказывали. Сейчас поедем в центр города, наверное, пить кофе или чай. Очень классно мы посидели с друзьями Айхана. Как вы думаете, сколько... Минус один. Очень холодно, у меня аж трясутся руки. Короче, на улице -1. Наша последняя ночь в Эскишире. Идем в гостиницу потихоньку. 12 ночи на дворе. -1.
пар идет. Саати да сөйле 23:30-23:40. Söyledim 12. 12 часов. Аж пар идет. Я сразу поняла, что температура минус. Hala insanlar dışarıda. Кафелер полу. Этот район близок к университету. Здесь полно кафешек всяких разных. И куча-куча студентов, как вы понимаете, которые постоянно сидят в кафешках. Вместо того, вместо того, чтобы сидеть за книжками. В общем, мы идем в гостиницу. Айхан говорит, что это раньше был очень старый и некрасивый район. Плохие дороги, старые дома. А сейчас здесь, вот вы видите, есть и магазины фруктовые, и очень хорошо сделали дороги, дома отреставрировали. Башканы бар? Burada her şey var. Кафе, ресторан, бар. Магазин. Санчейст, один маза. Сода и сигара. Burası çıkışta, çıkıştan girmiyoruz. Так, мы нашли магазин. Не знаю, что Айхан хочет купить. Фирменный танец от Айхана. Мы пришли в магазин погреться. А вон мальчик в футболке, посмотрите. В минус один в футболке. Ужас! Я замерзла, как суслик. Так, постою под кондиционером. А, здесь нет кондиционера, друзья, здесь газовое отопление. 12 ночи, даже пекарня открыта, посмотрите. Покажу вам самый вкусный хлеб в мире. Это вот этот эскишхирский хлеб, который пекут с добавлением картофеля. Ну и стандартные белые турецкие булки. Цены в Эскишхире на аренду квартир. 3+1 – 1200, 1+1 – 600, 3+1 – 950. Ну, в общем, зависит от места расположения. 530 тысяч лир, 750. Можно купить квартиру, кстати, и за 100 тысяч лир. Ну, кто хочет. PlayStation. Для тех, кто любит играть в компьютерные игры, посмотрите, какие огромные здесь экраны. Наверное, точно 50 инчей. Обалдеть. Нам бы такой домой. Кстати, везде в Эскишхире предусмотрены вот такие вот дорожки для инвалидных колясок и обычных детских колясок. Очень-очень все продумано мэрией города. 12 ночи, друзья, но посмотрите. Открыт книжный магазин. Кафешки открыты. Ага. Вот всякие аксессуары, компьютеры. Боза. Да, все магазины, посмотрите, открыты. Ну, потому что здесь, наверное, близко к университетам. Ну и вот мы подошли к самому классному торговому центру в Эскишхире, S-Park. И вот вы видите вот эти вот две башни. Одна, и за ним есть еще вторая. Здесь раньше располагался завод, и это заводские башни. А еще в Эскишхире для уличных собачек, посмотрите, сделали вот такие вот, стоят везде. Около каждого кафе стоят вот такие вот будочки, где они могут спать ночью, чтобы им не было холодно. А еще в Эскишхире для уличных собачек, посмотрите, сделали вот такие вот, стоят везде. Около каждого кафе стоят вот такие вот будочки, где они могут спать ночью, чтобы им не было холодно. Айхан сказал, что Джемиль Туран самый хороший был футболист. Ханги Такымбу. А, он играл в Фенербахче. Но посмотрите, какая у него была ножка. Тоже 38 размер. Очень маленький размерчик. Центральная, одна из центральных улиц Эскишхира уже опустела. Давно, далеко за полночь. Но сейчас вся движуха переместилась вот в ту сторону, где расположены бары и рестораны. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Айхан, твоя коронная фраза. А? Ставьте. А? Ставьте. Ставьте. Пальчики. А, пальчики вер. Подписывайтесь. Комментируйте. Подписывайтесь на наш канал. Следующее видео будет уже, скорее всего, из Алании. Поэтому всем всего хорошего. Из холодного Эскишхира. Мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока.
Пока-пока. Пока-пока.